погуляю в Екатерининском парке. В Екатерининском пруду увидела, плавает чайка серебристая. Такая довольно-таки она, конечно, большая. В Москве похолодало, посетителей меньше, а все утки и птицы, конечно, ждут, когда их посетители покормят. Сразу слетаются, плывут к берегу. Я сегодня ничего, к сожалению, не принесла. Стоят аппараты с кормом для птиц. Маленький пакетик стоит 150 рублей уже. Но редкий кто покупает, в основном приносят хлеб. Пеканка плавает одна. Всегда она в пруду одна. Интересный такой у него окрас. Как много здесь, откуда они слетелись. Ворона в клюве принесла, по-моему, это каштан. Разбивает его клюв. Или закапывает, непонятно, что она делает. В парке, пока Ариана тренируется. Сегодня у нее тренировка 3 часа. 2 часа тренировка и хореография. А я гуляю в парке. Так хорошо. Здесь мне очень нравится. Прямо душа, отдыхаю душой и телом. Настолько здесь хорошо. Хочет разбить и никак не может. Несмотря, что у нее клюв такой. Да, это каштан. Плод каштана. Зарыла все. Конечно, никто не найдет. А я видела, куда ты спрятала каштан. Ворона полетела. Прикольно. Надо ж, как она потом его найдет.
Интересно, спрятала. Ладно, пойду дальше гулять.